Всем привет! Вот решил заснять новое видео про то, мне скажете, желтое на ремонтное с колючками, но маленькое или не ремонтантное. Что-то вообще я потерялся. Ну вот, короче, макушку ей. Горшочек вари, горшочек не вари. Вот, макушку ей отсверлил. Вот тут побегов не было. Вот, ну вот, где-то неделю постояли. Чувствует, что солнце. Земля хорошая. Да, даже червячка нашел внутри. Это пипец земля. Раньше колхозное поле было. Урожай, где сажаю. Ну вот. Это они в тени сидели у меня в этой. Ну, на коляску обзор, как смазывать, я делал, кто знает, типа у меня все видео, мои подписчики, все вперемешку. И даже вот, смотрите, иголки дает, иголки от гусениц, по крайней мере, вредителей не будет. Это что за сорт-то? Никто не знает. Ну, ребят, ну класс. Пользуйтесь резинками фирмы Adidas. Да. Да у меня уже сколько? 1 700 000 или 1 800 000 просмотров. Вот так. Вот это. Я посадил растение, можно так сказать. Ладно, потом обзор сделаем. Так. Штатива нет. Как-то на лоб цепляет, ребят. Ну вот еще ремонтантная. У меня тоже. Вот обрезал, скоро будет новый росток. А сейчас зацените, ребят. Так, брюки превращаются в идеальные шорты. Как? Черная магия выделывается. И это вот. Вот отсюда, где почки, черенок берешь и сажаешь. Вот она прет. Вот черная магия. И желтую надо попробовать. Вот. Необычный сорт прикупить где-то. Даже летом посадить, главное поливать. Все равно взойдет. У меня зимой растет все. Вот, яблони цветут, яблони. Прививку делал, кто не знает, пропустил. Не, ну, колючки. Ну, где вот такие желтые кусты? Не знаю, что за сорт, я говорю. Вот, чем не колючка, сейчас приближу. Клиент забрал, клиент был доволен. Вот, сфокусировал. Сейчас на паузу. Что я хотел-то показать-то? Забыл, горшочек вари. Ладно, на паузу сейчас нажмем. Вот она. Второй год в тени. На балконе выращивал. Колючки дала. Ну, гибнет растение. Солнца не хватает через этот стеклопластик. Но все равно живет. Вот еще май. 9 майские. Все отмечали. Салют был. Как обычно. По расписанию. Но планы на месяц. Если кто хочет, посмотрите. То постоянно забываю. У видеоблогера жизнь такая. Или видеоблогера, вот уже. И там побывал, и сям. И вот сейчас уже второй орех проращиваю. Вот только недавно выложил на канал, как пророс. Вот кидаем вот так, наполовину, возле батарейки. Пока не отключили. Вот у меня... А, вот, обзор сделать про лук. Это 6-6. Если луковиц посадить, то где-то 6 луковиц получится. А вот это что за брак, ребят?
Это что-то подсунули, бодяжут, бодяжут, но в основном лук. Сейчас еще рекламку, пауза. Тележка смазанная стоит. Живее всех живых. Подшипник можно приварить. Подшипник-то где? О! Ну, какой-то вот такой. С дрели осталось. Шуруповерт обзор новый. Смотрите, тот пробовал. Продал. Фригер, блядь, купил. Этот новый, желтый. Этот, посмотрел. Литиевые, а там какие-то ионные были. Литий вообще мне нравится. Вот. Сколько шурупов крутил. Обзоры. Даже не успеваю видео выкладывать. Весна, садоводство, подышать, свежий воздух. Вон орех свистун. Некоторые свистят, некоторые не свистят. Вот бархотки уже растут. Это там чай можно заваривать. Эфирные масла. Что тут? Вот на балконе. Вот с такой фигни. Перезимовал на балконе. Вот с такой фигни. Ну, конечно, не будут расти. Вот щавель. Я обалдел. Как не замер. Вот. Беру, откусываю. Даже могу размять. Варите щавель, пацаны. Нехрен в лес за конным щавелем ходить. Все. Не все. Вот. Что это, яблоня растет или груша, хз. Вот у меня есть. Типа почки лечу для профилактики. Чтоб водку жрать и пиво пить. Главное с это. С корнями не отрывайте, ребят. Иначе запрещено. Вот я табличку в лесу видел. Нельзя. Не знаешь лекарственное? Нельзя. Но у нас не возревает где-то за 100 километров, там возревает, а за 900 там вообще клюква разрывается. И бруснику я вообще люблю, марийскую. Так, сейчас еще на паузу нажму. Вот, полный хаос, творческая студия. Солнышко пошло, перец пересадил, разделил, кто наблюдает за моим каналом. И вот что в итоге. Это что, три ополеди? Или что за солнышко? Вот это что ли солнышко? Подсолнух, семечки купил, не жареное, взошло. Вытягивается. А это что? Яблоко из семян. Сколько их штук? Кто посчитает, тут пишите в комментарии. Так, вот лимончик у нас растет дикий. Вот, коробку, никак обзор не сделаю. Вот это уже на подходе у нас. Вот бархотки на балконе и дома. Есть разница? Вот женское дерево, вот листик. Из одного листика много прорастает. Вот помидоры разносортные. Черный хочу, черный пробовал. Вот. Рассада должна быть подписана. Ну, сейчас она попрет. Вот, не забывайте. И главное, вот. Где-то я видел в деревне мелкий перец, красный. Вот, живет как растение. Не знаю, что за сорт. Но это крупный. Но там корневая система, я вот из этой баклажки замучился доставать. Она так вплотную аж... Расперла эту всю пластмасску. Я замучился выбивать эту землю. Так, вот уже у нас на подходе тыкву нужно в мае сажать. Тыква грушевидная уже, Саша. Ну, все в процессе, ребят. Все, лето. Вот гербарий старый у нас. Вот малинового цвета трава. Малиновый звон. Вон ромашки. Тоже лекарственное растение. Ой-ой-ой, не знаешь, вот у нас мелисса. Это
для мозгов, для успокоения. Кофе для напряжения сердца. Яблоня. Нужно ее открыть. Вот у нас та же фигня стоит. Типа рассада уже этого не боится. Вот. Че это у нас сошло-то? Че я сажал-то? Не подписал. Это че у нас? Яблоня или облепиха или груша? Семена с яблок в магазинах зимой понатыкаешь, все сходит возле батареи. Вот такая она. Так, что еще хотел показать? 10 минут видео. Говорите, HD качество. А, вот. Помидорки красивые. Карликовые, красные прикупил. Желтые сажал. Что-то они нифига в рост не идут. Карлик. Так, будет затуманивать. О. Вот, чулите. Обещал вам светофор. Нате. Оно еще не так горит, не до конца. Умная вещь. Ой. О, что я продал-то? Вот эти сразу лижет. Ну, что вы хотели? Экономит фирма. Ну, так редуктор не разбирал, смазку не менял, как автослесарь. Нахрена? Не надо насиловать шуруповерт. Даже литион. Я заклеил, чтобы аккумуляторы не это, не путать. Вот так, нать, два. Таких два штучка. Да уж. Ничего, кобру не собирал. На рыбалку видео не выкладывал еще. Все одно видео просто залить, ребят. Да, вот лето. Лето. Ну вот еще, где эта фигня стоит. Я говорю, подписывайтесь, у меня все перемешку. Я не этим зарабатываю, мне жить охота. Я спонсировать канал еще больше увидите. Вон дырка. Этого не может быть. Промежуток должен быть. Вон из леса какая-то трава росла, засохла. Что, новая, что ли? Вот. Так, все. 13. Вроде все. А вон еще орехи остались из прошлого года. Так. Все, пора завязывать. Все. Так, так, так. А, вон. Сушилку для орехов. Вот она, сушилка. Обычная, из продуктов. Тут на помойку вытаскивают. Вот она. Сушилка для орехов. Штабелями можно поставить. И на балконе. Вон. Солнышко южное. Все выше высадится. Ничего, про узлы еще не рассказал. Вот про те. Так, все, пора завязывать. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Что там еще? Бейте в колоколец. Творческий хаос. Вот, шурупы. Фигупы. Ну, шуруповерт. Каждый мужик должен побаловаться. Вон, блины. В детстве занимался штанги. Вот это у нас. Типа... Вишня, там это огурцы закрывает, листья вишни, вкус пикантный дает.
Ну, короче, как удобрение пойдет. Что там на градуснике? Эмэлдить. Все, всем пока.